Это видео записано специально для сайта Repetit.ru. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и я преподаватель английского языка. 5 фактов о себе. Первый. У меня есть высшее педагогическое образование. По специальности мой первый язык английский, а второй китайский. Второе. Я преподаю уже 4 года. За это время я работала как с разными возрастными категориями, так и с разными уровнями английского. Третье. 2 года я работаю онлайн, и за это время я убедилась, что дистанционные занятия – это такой же удобный, эффективный и интересный формат изучения английского. Четвертое. Я непрерывно нахожусь в поиске новых идей, материалов для урока, все время читаю что-то новое и добавляю это в свои занятия. И пятый факт. Я постоянно совершенствуюсь в уровне своего английского и в глубине методики преподавания английского языка, потому что это просто неисчерпаемая и до конца непознаваемая наука. На данный момент я преподаю для школьников, начиная с 5 класса, а также для студентов и взрослых. Я веду курс по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также курс общего английского.